когда ты приехал домой, все равно смотри за своим мотоциклом, что было. Норм. Да ёк-махарёк. И у меня все оружие отобрали. Ну нет, я так не играю. Ладно, чё, тогда я буду перезапускаться, и мой объем легких все пропало. Нет, так не играю. Я столько оружия набрал. Ладно, пошли на миссию с горя. Первая база. Как он с ней ласково, смотри. Деревянный звук. А чё, они повздорили разве? Ну давай, винись, мужик. Что-то опять с фокусом проблемы. Открой. Бэйби, а потом открой дверь, сволочь. Все так, все как в жизни. Ну смотри, ее потом там явно вообще нету. Ну что дальше он будет делать? Не, пойдем посмотрим. Терпение. О, видите, тут эти колпаки от колес. Сейчас выяснится, что она за домом лежит с базукой. Сейчас он заходит за дом, а она такая: повинись мне еще, ублюдок, на колени, сволочь. Вот я ж сказал, так оно и есть, блин. Вот, видишь, I'm so sorry, да, ну конечно. Слушайте, а вам не кажется, что она Дженнифер Лопес напоминает? Это одному мне кажется, нет? Напоминает она Дженнифер Лопес? Сейчас выяснится, что она же ее и озвучивает. Ну ладно, ладно, досмотрим. Я буду хорошо с тобой обращаться, да. Ну все, давай, прими меня назад в свой храм любви. Вот именно, все, она открыла ему ворота, все. Просто фантастика, точно, чувак, я тебя понимаю. Давай, все, ну хватит уже. Я не ожидал от Сан-Андреаса такую затянутую мыльную сцену. Ну давай, все, хватит уже. Ну, молодец, очень пристойно ее взял. Так, ну и чё? Ты тупой, ты забыл. И Монтгомери. Инвейн шоппинг Монтгомери, она уже второй раз эту фразу говорит. Ну, погнали, ладно. Радио X. Ну, отлично.